Добрый вечер. Мы снова говорим о нашем ЖКХ. Мы закончили первый месяц в этом году, закончился январь, и первые отчеты о сделанном. В первую очередь хочется рассказать о тех этакадровых изменениях, которые на сегодняшний день у нас есть. Новый руководитель ЖКС Пересыпь, новый руководитель ЖКС Вузовский, новый руководитель ЖКС Черемушки и еще на одного руководителя ЖКС мы это подготовили под Даняна Звильнина. И хотелось бы отметить, что уже вторую неделю подряд идет наша акция, инициатива «Санитарный день». Результаты самые лучшие, это эффективность действительно высокая, поэтому я думаю, что именно эти санитарные дни лягут в основу нашей новой модели уборки города. Также хочу отметить, что уже с понедельника к нашей аварийке 15.01 добавится дополнительная опция, это наш горсвет. Если вы видите, что где-то не горит какое-то наружное освещение, вы можете набирать в 15.01 и об этом сообщать. И напоследок хочу заметить, что закончилась наша акция «Обменяй елку на конфету». Действительно, очень много елок нам занесли. Сейчас мы ведем аналитику, которая в дальнейшем ляжет за основу, и мы уже будем это понимать, какое количество пунктов нам надо организовывать на будущий год. Так что, как всегда, видимся через неделю, говорим о самом важном. До новых встреч!